точный гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков зодиака. Овен. Прислушивайтесь к своим желаниям. В сентябре вы склонны бессознательно изолировать себя от общества. Встречам с друзьями, выходам в свет и прочим развлечениям станете предпочитать уютные вечера дома за чтением книг или просмотром фильмов. Не заставляйте себя покидать ракушку. Только так вы сможете набраться сил и энергии. Телец. Чтобы больше получать, больше отдавайте. Здорово, когда на свете есть друзья. В сентябре вы не раз вспомните эту строчку из известной песни. Друзья – ваша опора и поддержка, ваше вдохновение и стимул идти вперед. В этом месяце вам не встретится такой преграды, которую нельзя было бы решить, призвав на помощь близкого человека. Близнецы. Верьте в свой успех. Вы способны на очень многое, но, вероятно, сами не подозреваете об этом. В сентябре звезды помогут вам раскрыть свой потенциал, выйти из привычных рамок, почувствовать себя увереннее, умнее, смелее и даже могущественнее. Пришло время штурмовать заветные вершины. Рак. Расширяйте горизонты. Звезды приготовили для вас активный, насыщенный событиями месяц. Вопрос лишь в том, воспользуетесь ли вы их предложением. Нечто новое стучится в вашу жизнь. Откроете ли вы ему дверь или, поддавшись страхам, спрячетесь под кровать? Помните, один раз рискнув, можно навсегда остаться счастливыми. Лев. Не соглашайтесь на меньшее. В сентябре вы будете находиться на пике своей силы в этом году. Смело беритесь за новые проекты, творите, экспериментируйте, ищите себя. Ваше место не за кулисами театра жизни, а на сцене. Пришло время показать себя во всей красе. Дева. Не держите чувства в себе. Звезды в сентябре советуют проводить больше времени в кругу дорогих сердцу людей. Они – источник вашей силы. Если вас что-то беспокоит, вызывает затруднение принятия какого-то решения, возьмите подсказку «Помощь друга» и не прогадайте. Весы. Сосредоточьтесь на самом главном. Сентябрь – не время расслабляться. Чем бы вы ни занимались, постарайтесь выкладываться на 100%. Халтуры в этом месяце звезды вам не простят. Закончив дело, гуляй смело. Радуйте себя посиделками с друзьями, походами в гости к родным, мини-путешествиями. Скорпион. Чаще находите возможность радовать себя. В сентябре захочется праздника и веселья. Так почему бы это не устроить? Накройте стол, соберите друзей, устройте вечер настольных игр или песен в караоке. Чем ярче вы будете проводить свободное время, тем более впечатляющих успехов добьетесь в работе. Стрелец. Заряжайтесь энергией от родных людей. В сентябре желательно надолго из дома не уезжать. Он в этом месяце – ваше главное место силы. Займитесь наведением там уюта. Сделайте небольшой ремонт, перестановку. Проведите генеральную уборку, обновите шторы, посадите комнатные растения. Вы мгновенно почувствуете невероятный прилив сил. Козерог. Впустите в свою жизнь перемены. Движение – это жизнь, напоминают вам в сентябре звезды. Не стойте на месте, как в прямом, так и в переносном смысле. Развивайтесь, пробуйте новое, привнесите разнообразие в досуг, расширяйте горизонты. Постарайтесь отпустить прошлое. Его ошибки стали для вас хорошим уроком. Водолей. Ведите строгий учет расходов. Ваше материальное положение в сентябре имеет все шансы улучшиться, и вы сумеете сделать приобретение, а может и не одно, о котором давно мечтали. Дорогие водолеи, подходите к тратам с холодной головой. Соблазн купить то, что в действительности вам не нужно, очень велик. Как бы не оказаться по итогам месяца у разбитого корыта. Рыбы. Ваше желание скоро сбудется. Сентябрь – один из самых насыщенных, ярких и успешных месяцев года. Стройте на него большие планы. Астрологическая обстановка благоволит развитию во всех сферах жизни. Не тратьте время на сомнения и переживания. Все, что вы задумаете, получится. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео?
И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!